за воссоединение нашего народа. Сегодня сражаются бойцы, наши герои. Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А цель Запада – безграничная власть. Это они выпустили джинны из бутылки. Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров и там мэров. Не обижайся на всех этих мэров, пэров, премьеров, президентов. Жалкие несчастные люди. От этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. Они думают, что имеют власть и чем-то управляют. Мы позволяем им много красть и немного рулить штурвалом. Что скажешь? Прости, Господи, не ведаю, что творят. Это не фигура речи. Вот так на практике в жизни все и происходит. На самом деле управляем мы, используя их. Печально. Ну просто страшно об этом говорить. Но факт. А цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата, заставить страдать. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил. Ну нельзя всех загонять прокрустово ложе. Нынешний год объявлен Россией годом педагога и наставника. Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны. Это что? Ты будешь моим учителем? Учителя – это низшая форма передатчиков знаний. Тот бред, что кишит в их головах, и знаниями-то не назовешь. Они читают и заучивают, не понимая смысла. Приучают к системе, заглушают сердце и заставляют слушать желудок. Избегай их, они заразны. Передатчики знаний? Выше стоят преподаватели. Их задача – преподать урок. Преподать. Обрисовать беду до того, как ты столкнешься с ней. Я благодарю военных священников, чье мудрое слово поддерживает и вдохновляет людей. Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. Ну, нельзя всех загонять прокрустово лажа, ложе, прокрустово лажа, прокрустово лажа, прокрустово лажа, ложе.